Двухдневная пауза закончилась, и мы выходим в строй. На этот раз я начну день с такого вот зеркала. Да, пора бы уже повесить в ванную комнату какое-то подобие зеркала, потому что то, что было до этого, это... Вы сами понимаете. Небо и земля. В общем, своими руками сейчас будем это устанавливать. Выглядит вроде упаковка более-менее целенькой. Вроде все бодренько. Но сначала я вам покажу, как я устанавливал вытяжку. Это просто что-то с чем-то.